Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, ну что, начнем с наград. Забрали, забрали. Так, что у нас еще здесь? Ага, спиннораптор. Будут деньги, мы еще, наверное, что-нибудь поставим на улучшение. Так, 6 часов 43 минуты, тут 23 часа, тут еще 2 дня. Так, друзья мои, сегодня выпал мне новый динозавр. Сейчас я тебе покажу, кто он. Так, он у нас, по-моему, хищник, если я не ошибаюсь. Наверное, ошибаюсь. Наверное, все-таки он травоядник. Вот он, друзья мои. Будем его выводить, как только у нас освободится место в нашем питомнике. Ну, я думаю, через 6-7 часов мы поставим. Так, ну что, а теперь давай смотреть, что у нас за события. Так, лига детенышей. А, еще закрыто. Так, на випке посмотрим, что у нас тут. Возможно, контент, ну это я понял. А в наших событиях водная волна, визит важной персоны, схватка редких. Ну, в принципе, неплохо. Водная волна. А, победить противников. Это сложно, друзья мои, это сложно. Ну, раньше мы с тобой побеждали ромалиозавром и так далее, да? Ну что же, давай попробуем. Значит так. Артакантус плюс возьмем тилозавра и ромалиозавра. 9 противников нужно победить. И так у нас будет на протяжении 3 волн. Неудачно я, конечно, взял. Не предугадал, да, что вот так вот будет. Ладно, поменяемся. Так, это у нас стиксозавр. Угу, он все-таки решил меня бомбануть. Он все-таки решил бомбануть, поэтому сделаем так. Сделаем так и, наверное, вот так. Лопухнулся, как всегда. Ладно, ничего страшного. Угу. На этот раз ты меня не подловишь. Погнали. Так, вырубаем. Стиксозавр утонул. Кранозавр, у него 174 к атаке. Уже серьезно. Уже, друзья мои, серьезно. Опа. Ты видел, как вмазал? Вот о чем я и говорю. Вот о чем я и говорю. Значит, раз-два. Раз-два, раз. Пробиваем. Галфиозавр. Ничего не стал делать. Интересно. Но если я сделаю хотя бы раз, два, три. Раз, два, раз. Давай посмотрим. Ага. Вот так вот, да, значит ты? Два очка действия он сохранил, получается, да? Раз, два. Раз, два, раз. Ты сейчас серьезно, блин? Так, он опять ничего не делает. Раз, два, три. Раз, раз. Окей. Пробили. Псифодерма. У псифодермы 39 к атаке идет. Он все сливает. Окей. А дальше идет докозавр. Подожди. Докозавр 21 уровня. Ладно. Раз-два. Раз-два. Раз. Вот так вот я сделаю. Посмотрим. Докозавр. У него 192 к атаке. Серьезный. Серьезный парень. Почти все слил. Почти все, одну очку действия он оставил для себя. Так, у нас потом идет. Ага. Значит, нам надо здесь брать ромалиозавр, получается.
Так, раз, два, три. И вот так. Вырубаем. Мауязавра. Ты смотри-ка, ничего не стал делать. Раз, два, три. Защита. Пробивной. Замечательно. Так, следующий. Стиксозавр опять. 51 к атаке. 6 очков действий. Интересно посмотреть. Окей, я тебя понял, парень. Он все слил. Раз, два. По-моему, все, да? Или что-то он оставил? Раз, два. Все-таки оставил. Отставил он себе на подстраховку, так скажем, да? Ну, посмотрим, что он сейчас придумает. Ничего он не стал делать. Раз, два, раз, два. Вот ты как, да, значит? Вот ты, значит, как. Так, ребят, ну он все сливает. Естественно, здесь он меня победит. Но у нас-то... О, какой бизон вышел. Раз, два, раз. По хпшкам, конечно, он не особо силен, но... По атаке он будет здоров. Так, это у нас получается предпоследний, да? Раз, два. Три. Раз, два. Угу, зацепило. Ну и последний. Стиксозавр. Неужели бомбанет? Ага, ну не пробьет, ребят. Не пробьет, а вот ему сейчас будет не очень хорошо. Да, уничтожаем. Ну что, первая волна у нас пройдена. Еще две впереди. Надо как-то распределить все здесь по-правильному. Как-то надо все по-правильному распределить. Сколько ты стоишь на откате? 67. По идее, нам надо взять, опять же, Артакантуса Ромалиозавра. Угу. Так, так. И возьмем, наверное, Плезиозавра. Долларов, конечно, не осталось вообще ни шиша. Так, ну что, смотрим. Опять я неудачно как-то поставил. Ладно. Будем терпеть. Ну, ты будешь бомбить или нет сегодня? Ударил. Что, бомбануть его разочек, что ли? Ага, две защитки взял. Так, у нас идет потом Генрия, да? Против Генрии у нас кто хорошо идет? Плезиозавр. Вот, значит, мы его и берем. И берем Плезиозавра. Раз, два, три. Четыре возьмем. Раз, два. Так вот, проверим. Вырубаем. Так, Генрия. 88 к атаке. Плезиозавр, конечно, слабовато у нас будет. Раз, два. Три. Раз, два. Ну давай, 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 колись, колись. Наверное, пора ему все-таки уже прописать. Раз, два, три. Раз, два, раз. Тоже в блоке простоял, а? Ты посмотри. Раз, два, три. Раз, два. Неужели зацепили? Отлично. Так, Плезиозавр. Да, вот тут, ребята, будет похуже. Почти все на слив идет. Почти все идет на слив. Так, Докозавр у нас идет. Против Докозавра пойдет. Ага, он, в принципе, и пойдет у нас.
Раз, два, три. Защита. Вырубаем. Так, ну что, доказавр, сколько у тебя? 96 к атаке. Абсолютно ничего не стал делать. Хм. Раз, два. Раз, два. Ай-яй-яй, как неудобно, как неудачно. Блин. Ох, сейчас пропишет мне тут. По полной программе же будет, да, влуплять? Ну, конечно же, ребят. Ладно. Сколько у него к атаке там будет? 192, да? Ну что, минус доказавр? Выходит геозавр. Ничего абсолютно не стал он делать. Так, посмотрим, ребята, что у нас там геозавр. Отлично. Менять нам ничего не нужно. Раз, два, три. Раз. Раз, два. Вот так вот сделаем. Твою налево. Сейчас пропишет. Сейчас он будет по полной программе бомбить. Тогда не знаю. Раз, два, три, четыре тогда сделаем. Так, вырубаем. Леоплевродон. У него 66 к атаке. Но ты посмотри, сколько он набрал себе очков действий. 2 очка зажал, да? Раз, два, три. Раз. Допустим. А Кантастега там, что ли, у нас еще будет? Угу. Раз, два, три. Защита. Иди отсюда. А, Протостега. Протостега, что ты будешь делать, а? Я тебя понял. Раз, два. Раз, два. Блин, блинский. Твою налево. Угу. Раз, два, раз, два. Все, Протостега готов. Последний, ребят. Ксифактин. Ну, что-то там, 230. Надо брать ромалиозавра. Меняться, ребята. Тупо меняться и тупо набирать очки действий. Давай, давай, давай. Сливай все. Прекрасно. Ну что, Артакантус, разберись, пожалуйста, с ним. Ай, красавчик. Ну что, ребята, последняя волна осталась. Я надеюсь, мы с ней разберемся. Артакун, Генодус и Хайнозавр. Поехали. Как говорится, самые-самые элитные у нас остались. У-у-у, не везет, ребята, первым. Конечно же, в мясо сразу же. Тыкч, готов. Так, Геликоприон там следующим будет, да? Геликоприон. Да, ладно. Бомбануть его разочек, что ли? Просто, ребят, навскидку сделал и уничтожил. Ну, это плохо, потому что тут Геликоприон. И, блин, мы видим, что он, ребята, он не стал атаковать нас. Он нас не стал атаковать, ты представляешь? Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Шикарно. Элосмозавр. Да-да-да-да-да, 7 очков действий. Тратит 4. 3 сохранил себе, да?
Раз, два, три. Раз, два, раз. Проверим. Угу. Хорошо, хорошо. Он сейчас, наверное, да, он опять тупо будет накапливать там. Раз, два, три. Раз, два, проверим. Да что ты будешь делать, а? Все. Раз, два, раз, два. Иди отсюда. Лето клеит. Угу. Два очка действия он сохранил, да, у себя? Раз, два, три. Раз. Декозавр. Блин, у него, ребята, преимущество перед нами. У декозавра. Так, надо менять. Надо менять. Попробуем так. 6 очков 10. Блин. Не очень-то, конечно, хорошо это все. Раз, два. Раз, два. Раз. Раз. Так, геликоптер он выходит. 213 у него к атаке. 5 очков действий. Все будет сливать или нет? Все сливать, наверное, нам. Выжили мы. Друзья, мы чудом выжили. Так. Ксифактин потом пойдет. Ай-яй-яй, как же сделать? Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так сделаю. Он что, на ксифактин рассчитывает? О, парень, ну если ты так... Окей. Выпендрился, да, значит, ты парень? Выпендрился. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Ну и остается Геликоприон. Один-единственный. 320 к атаке. Никак у него не получится нас пробить. Вообще никак. Ну, а мы, в свою очередь, его уничтожаем. И события, друзья мои, это проходим. Надеюсь, что-нибудь путевое нам все-таки здесь достанется. Рулетка, насколько я помню, нет? Нет. Оу, да, друзья мои, Димитродон. Это новинка, такой карты у меня не было. Это шикарно. Это просто шикарно. Друзья мои, у меня уже столько новых динозавриков появилось, которых надо будет выводить. Так, использовать ускорение. Что у нас тут? Собрать моды. Сделку. А сделку мы что, еще не совершили, что ли? А ну-ка, давай-ка мы ее сейчас совершим. Что у нас тут? Скелет спинозавра. Нет, скелет спинозавра, ребят, надо оставить. Ладно, давай здесь посмотрим, что у нас. Анкилозавр. Димитродон. Так, Галимим. Кстати, Метриоринха, по-моему, тоже нужно выводить. Пахицефалозавр. Скафагнат этот. Топижера, тропиогнат. Ну, давай велосираптор. У нас их и так очень много. На баксы. Да на все. О, $100. Забрать. Так, использовать ускорение. И собрать три мода. Давай моды соберем сейчас. Там не три, там, по-моему, два нам нужно, да? Два мода сейчас заберем и... Опа! Не надо уже ничего делать. Устрашение, устрашение, устрашение и единство. Вот это я понимаю. Опа, получили и все, ребят. Сразу выполнили задание. Так, значит, дальше у нас использовать ускорение и кеннезойку плюс ПВПшки. Сейчас посмотрим, что у нас еще там за события. Так, визит важной персоны.
Метриолонг, велосираптор и кто? Горгазух. Фига себе, Горгазух. Так, ну что, ребят, тут надо, наверное, брать диплотатора. Нифига у него там. Тут, наверное, все-таки нам придется взять Эдиуморфодона. Эдиуморфодона и на всякий случай. Блин, что тут на всякий случай-то? Я даже не знаю, что на всякий случай сделать. Тернадона взять. Давай, давай сделаем так. Уговорили. Возьмем Птернодона. Так, ну что, сразу начнем с атаки, наверное. Офигеть. Горгазух, да? Оу-оу-оу. Вот как он выглядит, ребята, этот Горгазух. Да, обманул меня. А он ничего не стал делать. Ну-ка, влупляем по полной. Все, теперь уже ничего не страшно, ребята. Тут велосираптор будет. Сейчас, что он там, сколько ему придется? Три атаки потратить, да? Три атаки он потратил. Эдиуморфодон, естественно, его сейчас тут заклепает всего, бедолагу. Давай. Метриолонг. Ну, и что ты будешь делать? Понятно. Ну что? Диплотатор ты мой. Веселись. Так, ну что, ребят, первый поединок прошел, ну, более-менее удачным. Переходим дальше, смотрим, что еще нам тут подсунут. Тиранозавр, тиранозавр и птеранодон. Они специально так сделали, да? Ладно. Против птеранодона. Ну давай я, наверное, сделаю. Блин, я боюсь, ну, Дагозавр один не справится. Что-то какое-то предчувствие такое, знаешь, нехорошее. Анхилодока брать и птеродактиля. Еще 23 уровня птеранодонты. Фиг с ним. Рискую. Пошел ва-банк, короче. Будет сейчас тратить две атаки или нет? Не стал. Опять не стал. Даже не знаю, рискнуть или не рискнуть. Раз, два, три, четыре, пять. Рискну, ребят. Отлично, рискнул. Так, выходит еще один тиранозавр. Естественно, у него 6 очков, тут понятное дело, да? Угу. Нам достаточно 2 очка действия, да, по нему попасть. Давай я все тогда, наверное, все солью. Как раз удачно, ребята. Но сейчас нас, по-моему, тут заклюют. Ну что, Анхилодок, давай. Выходи.
и веселись, как обычно ты это умеешь делать. Все, друзья мои, мой расчет был правильный, и, как видишь, он нам дал победный результат. Переходим на последний поединок. Тираннозавр и стегемолох. Знаете, что самое обидное? Что у меня... Как ты дорого стоишь, блин, а этот... А этот, наверное, не справится один, да? Тогда сделаем немножко по-другому. Возьмем вот так, возьмем вот так. Все-таки надо брать. Все-таки надо брать, я не хотел, ребята. Но никак без него. Так. И вот так. Погнали. Сейчас посмотрим, к чему приведет вся эта наша катавасия. Погнали. Да, друзья, я не спорю, сейчас ему достаточно две атаки пронести, и птеродактиль мой загнется. Но он почему-то делает всего лишь одну атаку. Ах ты, обманщик ты несчастный. А, это я. Я что-то, ребят, тупанул. Меняет, ну нафиг. Да ладно, серьезно что ли? Опа. Опачки. Так, он одну атаку сделал, да? Раз, два, три. По-моему, нам надо сделать так. Стигомолох отдупляется. Выходит тираннозавр, он ему все очки передал свои. 612. 612, что? Три атаки. А, все сливает, он все сливает, ребят. Все слил. Раз, два. Раз, два. И раз. Ага, великолепно. Ну что, ребят, я думаю, здесь уже всем так все ясно, что победа здесь будет за мной. Да вот балалайку тебе. Захотел он. На-ка, вкуси ярость деплотатора. Ну что, вот и все, ребята. Это событие у нас тоже пройдено. Сколько мне дадут очков доверия? Это все умножается, естественно, на 2. Опа, 1600 получается, да? Итого, друзья мои, у нас 8500 очков доверия. 1500, и мы с вами сможем открыть чистое золото. Так, ну что, использовать каназуйку и плюс ПВП арены. Но у нас также есть еще суперредкие. Суперредкие. Ну что, будем идти на суперредкие, а? Да, конечно, без этих ребят будет очень тоскливо. Ну давай попробуем. Или не будем. У меня не хватит, ребят, три битвы продержаться. Ладно, не будем мы, наверное, париться здесь. А здесь у нас что? О! О! То, что нужно, ребят. Так, гигантский олень, энтолодон и дедикурус. Значит, начнем. Здесь мы возьмем амфициона. Против энтолодона мы возьмем синтетоцерас. А против дедикуруса мы возьмем индрикотерий. Да. Думаю, это будет для нас оптимальным вариантиком. Такс, не знаю, бомбить или не бомбить. Наверное, бомбить.
Он все равно сейчас будет меняться. 100% говорю, меняться будет. Энтеладона взял. Меняемся. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Опять меняться, наверное, пойдет. Ух ты. Раз-два. Раз-два. Так, опять гигантский олень. 83 к атаке у него. Как ты видишь, он все слил. Раз-два. Этого достаточно, да? Раз-два. Раз. Получи и распишись. Так, ну что, Дедикурус уходит. 171, у него классовое преимущество перед нами. Тут, конечно, меня уже не поможет и не спасет ничего. Он сейчас уничтожит. Но посмотрим, что у нас Амфицион предлагает. Нет, нам лучше взять Индрикотерия. Нам лучше взять Индрикотерия и звездануть, ну, по полной программе. Вот так. Шикарно, друзья мои, шикарно. Ну что, первая волна пройдена. Идем на вторую, смотрим. Дипротодон, Архиотерия и Эндрюсарх. Ладно, давай думать. Здесь возьмем Эрематерия. Против Архиотерия можно взять Шерстистого. А против Эндрюсарха мы возьмем Келлинкина. И у нас как раз там останутся еще более мощные бойцы, которые, в принципе, нам третью волну и помогут одолеть. Сразу с атаки начнем. Так, хорошо мы ему звезданули. Я думаю, что нет смысла ему биться. Или он пропустит ход, или... Тьфу. Глупо. Глупо было с его стороны, конечно. Ну ладно, это его выбор. Архиотерий. Да. Ладно. У меня все предугадано. Раз, два. Так, Архиотерия, до свидания. Эндрюсарх. Ну, уничтожит, понятное дело, уничтожит. Ну и Келлинкин, как ты понимаешь, уничтожит уже его. Ну, это получается у нас второй поединок пройден. И последний. Переходим на последний бой. Так, так, так. Раз. Два. Подожди. Ага, у нас вон как она идет. Она вон как у нас идет. Ладно, тогда мы сделаем немножко по-другому. Мы сделаем немножечко по-другому. Давай, Паноктус. Да, Мегистокурс сразу же что-то засуетился, засуетился. Меняет, ну конечно же. Ну конечно же, ребят, он будет меняться. Допочки берем. А вот теперь интересно посмотреть, что он будет делать. Ты посмотри, какой отчаянный, а? Петушок. Раз-два. Раз-два. Так, Унтатери вышел. Классовая слабость перед нами. Естественно, скорее всего, будет меняться. Только смысла я не вижу, ребят, меняться, потому что... Раз-два, три-четыре. Раз-два. Да, растоптали. Ну, тут уже мамонт наш, к сожалению, падет. К сожалению, ребят. Ну, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. У нас даже по ногту справится с ним. Он причем лает, как собака. Дикая собака Динго. Вот и все.
Деньги, ДНК, таинственная пещера и Афиакадон. Так, ребят, неплохо. 260 очков доверия еще в плюсик. И почти 9000. Кто там у нас сопротивляется, не пойму я. Рамфоринг, что ли, там? Блин, а нам еще по ВПшке нужно драться, как ни крути. Так, что вот это дает? 10%, да? Это 4. Дай-ка я это уберу. На рынок зайду и гляну. У нас тут есть вот такая штука. Сколько она? 10% дает. А что, туда она не помещается, что ли? Я думал, она поместится здесь. А получается, что не помещает. Так, подожди. Тоже уберем эту штуку. Так, сюда можно поместить? О! Другое дело. Так, сколько ты даешь? 10% ты... Да ё-моё! А ты 3%. Сейчас поставим, разместить. Отлично. Лучше 10%, ребята, поставить, согласись, чем какие-то 3 вшивых процента будут здесь торчать. Так, что у нас еще там? Хищное растение, гейзер. Таинственная пещера. Много она занимает места. Хороший такой квадратик, да, берет. Вот сюда, наверное, ее поставить вместо статуи. Сколько она? 7% дает, а статуя нам... Статуя 8%. Пять процентов. Джунгли, заповедник. Так, погоди. Райская лагуна. Блин, 16%. 5%. Блин, ну что-нибудь такое-то попроще есть? Место раскопок. Даже поставить некуда, а? Мозазавр. Этот 7% дает. Давай, наверное, уберем кратер. Кратер уберем и поставим таинственную пещеру. Все-таки тут 7%. 7, 2, на 2% больше, но все-таки больше, друзья мои. Так, еще 7,5 часов ждать нам, чтобы там. Сколько у нас это дает? 7. Ну, нормально. Башня, башня. Она мало дает, потому что... А вот это, подожди, сколько? 4. 4%, мне кажется, ее тоже убрать. И вместо нее поставить кратер с лавой. 1% все-таки, ребят, в плюсе будет. Окей. Так. Растет потихоньку. Так, ну что у нас? Поединки? У нас, друзья, поединки. Поехали. ПВПшки, значит. Три ПВПхи. Канезойская. Раз, два, три. Поехали. Ну, чего ты так долго? О, нашел. Так, энтеладон, энтеладон и эриматерий. Начнем с атаки. Хлоп. Ну что ты будешь делать, парень? Давай, чем делай. Меняет. Так, он взял рематерию. Попробуем бомбануть. Ха, минус.
Да, но зато он сюда передал остальные очки действий. Тут уже минус будет нам. Тут уже минус будет нам, к сожалению. Так, Рематерий. Сейчас слабой. Слабость, слабость у тебя идет. А, была не была. Целенаправленно я так сделал. Фиг с ним, пускай они уничтожат мне Рематерия. Пожертвовал я, короче, им. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. На. Ну и последний энтелодон. Что ты будешь делать? Все. Победа, друзья, победа. Наказываем его за это, за его проступок. Но еще два поединка нам нужно играть. Даже не знаю, за кого тут играть-то. У нас уже практически все отыгрались за это время. Уже, как говорится, бои из пальца высасываем. И еще разочек крутанем. Опа, 300 ДНК, нормально. Так, ну что, двигаемся тогда дальше, получается. Наверное, возьму все-таки вот это вот. Кронозавр, Зуходус и Архилон. Смотрим. Псифодерма, Протостега и... Геннекеприон, или как потом. Ну, короче, здесь и сфейлился, скорее всего, ребят. Скорее всего, я здесь сфейлился. У меня нету против него как раз необходимого водоплавающего. Просто нет, ребят. Брать Зуходуса — не вариант. С одной плюшки ушатает сейчас, понимаешь? С одной плюшки просто сейчас вырубит моего кронозаврика, бедолашку, а? Угу. Зуходус не справится. Друзья, не справится он, не хватит мощей. Или хватит, я не понял. Хватило. У-у-у, ребятулечки, подождите, подождите. А может быть, у нас все будет чики-чики? Чики-пики? А что, Протостега? Че ты там кривляешься? Угу. Хорошо. Я сделаю вот так. Если ты меня решила обмануть, бомбануть, у тебя ничего не получится. Возможно, мы потеряем Архилона, но мы уничтожим вас. Посмотрим. Так, 5 очков действий. Ну давай, 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 думай, соображай быстрее. Ё-моё, что там зависло-то? Вот. Молодец. Что могу сказать? Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, все, до свидания. Так, ну и выходит псифодерма. У псифодермы атака еще меньше. Как она сейчас поступит, не знаю. Она решила бомбить. Все, короче, кранты.
Даже не буду переключаться на Зухудуса, просто оно того не стоит. Архилон сам справится, да? Своим крученым вот этим вот ударом. Тыдыч. Вот и все. Ну, красавчик, красавчик. Так, но нам предстоит еще один поединок. Это уже будет последний на сегодня. Приз любителя. Ну, давайте что-нибудь нормальное, путевое, а? Дайте деньги. Мне дают кусочек мяса. И еще разок крутанем и посмотрим, что нам выпадет здесь. Ага. 160 очков доверия. Прекрасно. Ну да, почти 9000 у нас уже накопилось. Ну что, нам нужен последний поединок, друзья. Давайте, я не знаю, там. Уже из пальца высасываем. Так, берем топиелозавра, апатозавра и таниколагруса. Сейчас посмотрим, что тут против нас влепят. О, как хорошо, как хорошо. Прианозуха можно, в принципе, сразу. А, нет. Здоровья у него хватает противостоять, ладно. Все равно лучше бомбануть. Блин, а у него, смотри, тропиагоптер 22 уровня. Вот так-то. Меняется. Меняется, ребят, конечно же, меняется. Мы тоже поменяемся. И сделаем вот так. Зухамима будет брать. Он будет меняться, ребят. Он не рискнет меня бомбить. А вот Зухамим, да, Зухамим может мне тут неприятности сделать. Смотри, он опять ничего не стал делать. Да Николагрис, у него даже атака меньше. Но я возьму все равно его. Раз, раз, два. Неужели будет все сливать, а? Или будет меняться? Ох, я даже не знаю, что делать. Да, 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 да. Вырубили. Так, этому парню придется немножко потратиться. 400, почти 500. 3 очка 10. Блин, ребята, у него дофига сохранения остается. 4 тратит. Даже не знаю, ребята, я, короче, рискую. Ну что же, объелся маленько я, получается, обделался. Да, некрасиво, конечно, получилось. Раз-два. Раз-два. Сейчас посмотрим, сколько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, атакуй давай. Посмотрим. Так, ребята, сколько? 6. Даже если он 3 сольет. Блин, наверное, пробьет меня сейчас. Короче, я рискну, наверное. Я рискну. Скорее всего, зря я так делаю, да, ребят?
Это была моя большущая, огромная ошибка. Ну, что поделаешь. Ну, не всегда же выигрывать, ребят. Иногда надо и проигрывать, как я уже неоднократно это говорю. Конечно, неприятно сфейлиться на пустом месте. Но, с другой стороны, я тоже не мог терпеть. Потому что он накопил бы так еще больше очков бы, и в любом случае пробил бы. Ну, мне нужно было сделать испытания эти пройти. Поэтому награду забираем. Здесь тоже. Так, тирана титана выпал. 260 очков доверий в копилку. Шикарно. Ну вот, на этом уже можно 100% заканчивать, ребята, эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.